Александра Львовна Толстая, она уникальный писатель. Это очень важно, чувствовать время, которого уже нет. Инна Чурикова о своей новой героине, любимой дочери Льва Толстого, Александре. Кинопутешествие в Россию прошлого предлагает проект «Живые мемории». Это отрывки из дневников 19-20 веков, озвученные известными актерами. И слабее. Мы можем наблюдать эти тяжелые дни, которые сейчас проходят, что наше общество не готово к таким переломным моментам, сложным, трагическим. Во многом это происходит, потому что нету фундамента, нету того, на что опереться, кого хранить сердце и на кого ориентироваться. Композитор Сергей Рахманинов заговорил голосом пианиста Дениса Мацуева. Жену Федора Достоевского Анну озвучила актриса Виктория Исакова. Елизавета Боярская же представляет Ольгу Адамову Слёсберг. Родившаяся в 1902-м, она стала автором пронзительных мемуаров о ГУЛАГе. Женщина, которая была в абсолютно благополучной семье, радовалась жизни, любила свою семью, была абсолютно непоколебимой в вере в советскую власть, искренне верила в выражение «лес рубят, щепки летят», а потом оказалась одной из тех, кто попал в лагерь. Когда ты понимаешь, что ты читаешь, что человек от своего лица рассказывает свою собственную жизнь, от этого просто становится невыносимо страшно. Среди воспоминаний редкий дневник крестьянина, посвящен русской Атлантиде, мифическому граду Китиж. Записки об укладе древнего уездного города в Ярославской области, внезапно оказавшегося на дне Рыбинского водохранилища. Его очертания по сей день выступают из-под воды, будоража воображения. Премьера киноальманаха пройдет в родных местах каждого из героев в разных регионах России.